Инвестор уже приобрел участок. Сейчас на нем построено 28 домов от 10 до 16 этажей. Частично подведены коммуникации. Итогом реконструкции объекта станет жилой комплекс, расположенный в непосредственной близости Министерских озер с одноименным названием. Как отметил глава города Анатолий Пахомов, главный плюс проекта – это комплексный подход к благоустройству территории и созданию комфортной городской среды. Это комплексный подход. Это не только завершение строительства 28 многоквартирных жилых домов, а это и строительство на территории этого микрорайона школы, это строительство детского дошкольного учреждения, строительство спортивной зоны и, конечно, это создание скверов, парков. В данном случае они вот озера будут приводить порядок, то есть это будет одним из красивейших мест, куда жители, ну, не только, значит, микрорайона, но я думаю, что и сочинцы будут с удовольствием приезжать. Перед покупкой нами проводилась строительная экспертиза данных объектов. Никаких нарушений строительных норм и нарушений объекта выявлено не было. Поэтому мы к реализации проекта можем приступать уже с следующего месяца. С марта месяца у нас запланирован выход на площадку строительную. И сдача первого жилого комплекса может быть осуществлена уже в этом году. Для разгрузки транспортных сетей силами застройщика будет построен выезд на улицу Макаренко. Реализация всего проекта рассчитана на 4 года.